Акционерное общество «Мособлгаз» в рамках акции, посвященной юбилею Великой Победы, провел бесплатное комплексное обследование газового оборудования в домах ветеранов Великой Отечественной войны. 250 человек проживает в зоне обслуживания филиала «Запад» на территории Одинцовского округа. В случае необходимости предприятие меняет устаревшие газовые приборы на новые. Акция продлится до конца года. Все подробности можно узнать по телефону горячей линии.